Сегодня следует быть более внимательными к своему здоровью, метеочувствительным людям. Наша планета ощутит на себе влияние самой мощной с начала этого года вспышки на Солнце. Гигантский выброс солнечной материи зафиксировали телескопы НАСА 2 дня назад. Взрыву сразу присвоили максимальный класс X. Солнечная активность вызывает возмущение магнитного поля Земли или магнитные бури. Они могут привести к сбоям в работе систем спутниковой навигации, помехам в радиовещании и влиять на самочувствие людей.